данный номер зарегистрирован как мобильный номер телефона вашего должника Мазурова Ирины Николаевны. Как ее услышать? Ну что значит, как ее услышать? Ну, должника как я могу услышать? Данный номер зарегистрирован как номер Мазуровой? Да. А кто такая Мазурова? Должница раньше этим номером пользовалась. Мазурова Ирина Николаевна. Я понятия не имею, кто это такая. И чем она пользовалась? Понятия не имею, чем она пользовалась, кто она такая. А к вам как обращаться? А зачем вам? Я же вам говорю, я должника разыскиваю. Наш разговор с сотрудниками полиции прослушивается. Да я терпим. Да ладно, что ты чешешь, а? Ты вообще в юридическую организацию позвонил. Стоп. Мы с вами на «ты» не пересадили. Да я перешел с тобой на «ты», придурок. Какая там полиция тебя прослушивает? Подтыкайте себе, хорошо? Может, полегче станет. Чего это ты так решил? Разговаривайте корректно. Слушай, ты позвонил в адвокатскую контору. Дежурный юрист с тобой разговаривает. Что тебе надо? Что ты мне расскажешь про полицию, про какую-то? Я удивлен, как вы будете сдавать экзамен на квалификационный, получается. Придурок, 12 лет частной практики, а? Это мне сдают экзамены. Вот вы там ущербные, ребята, а? Слышишь, а? Ты методички свои разучивай потщательнее. Мазурова под моей защитой, спрашивай. Мазурова под моей защитой. Что тебе надо? Тиньков. Сраный. Понятно? Я ничего не понимаю вообще, что ты говоришь. Ты там блеешь, булькаешь что-то. Я автоинформатор вам подключаю. Звонки будут идти круглосуточно. Да ты что?